Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что смотрите мои видеообзоры о US Park Professional. Сегодня хочу с вами поговорить о расческах 339. Это вот она, представлена в голубом оттенке. И хочу поговорить с вами о 334 расческе. Часто меня спрашивают, какую расческу выбрать, потому что эта расческа 339 и 334, это считается рабочей расческой. И коллеги часто спрашивают, какую все-таки лучше выбрать. И минуточку, и добавим сюда еще 336. То есть вот часто задаваемые вопросы, какую все-таки из этих трех расчесок выбрать в качестве рабочей. Мой совет и мой опыт показывает, что нужно выбирать расческу ту, которая прежде всего удобна вам. Если вы понимаете, что вы любите стричь маленькими расческами, то мой выбор должен всегда быть в пользу 339. Она достаточно маленькая, удобная. Мне удобно чесывать прядочки. Да? Она удобно располагается в руке. И мне вот этого рабочего полотна, в принципе, хватает для работы, для создания форм. Если, и также она по весу также мне подходит, потому что вес немаловажную роль играет, потому что многим коллегам нравятся достаточно легкие расчески, кому-то нравятся они потяжелее, вот, поэтому для кого-то вес очень важную роль играет. Также и играет роль рабочей расчески еще и длина. Вот. Поэтому, если вы понимаете, что расческа 339 вас устраивает по всем этим параметрам, значит, выбирайте ее. Если же вам нужна расческа все-таки чуточку побольше, да, вы можете обратить свое внимание на 334 расческу. Но помните такую особенность, что при увеличении длины расчески, да, то есть вот мы видим, что она у нас чуточку длиннее, тут буквально совсем чуть-чуть, но разница есть. У нас увеличивается сразу и размер обушка. Я об этом много раз рассказываю в наших видеообзорах. Вот, и хочу вам показать. Вот, смотрите. Видите, обушок, он достаточно становится чуточку больше. И, соответственно, вес данной расчески также увеличивается. И, соответственно, если мы понимаем, что данная расческа 334 и 339 нам тоже, к сожалению, не подходит по длине, по весу, мы можем обратить свое внимание на расческу 336. Вот такая расческа. Она у нас уже будет в длину больше, чем наши предыдущие расчески. И обушок у нее также, вот видите, увеличивается в размере. Вот если даже взять 334 расческу, вот обушок чуточку побольше. Ну, совсем-совсем чуть-чуть. Но он больше становится, ну, по сравнению с 339 расческой, да? То есть у нас получается 339 маленький обушок, 334 больше обушок и 336 обушок еще больше. Вот, поэтому прежде чем выбрать расческу, смотрите на вот эти факторы. Что вам удобно, какая у вас, какое удобство вам прежде всего должно быть в работе, вам, имеет ли вам разница в длине, есть ли вам разница там в диаметре обушки, если вам это принципиально. Если же это не принципиально, то вы можете выбрать расческу согласно, не знаю, там, предпочтениям по цветовой гамме или там по форме. То есть, пожалуйста, можете выбрать расческу даже по таким критериям. И напишите мне в комментариях, какую расческу используете вы. Мне очень хотелось бы выслушать мнение разных парикмахеров, кто какую расческу использует, в каких ситуациях, почему он выбирает ту или иную расческу. Всем спасибо, что смотрели меня. Спасибо за то, что вы на моем канале. Всем точных стрижек. Всем пока.